Владимир Мухин, 36 лет. Самый успешный русский шеф-повар, занявший в прошлом году 9 место в десятке Best Chef Award. Кулинар в пятом поколении. С 2012 года возглавляет кухню московского ресторана White Rabbit, который уже 5 лет подряд входит в список 100 лучших в мире. Я начну немножко сдалека. Значит, были лихие 90-е, когда рестораторы прятали своих шефов. Шеф-повар, потому что они боялись, что их кто-то переманит, конкурент. Дальше, значит, были нулевые, и сами рестораторы стали звездами, то есть, не знаю, Делос, Аркадий Новиков, Зимин, ну, там много, они были на обложках журналов, отдавали интервью, но при этом никто не знал про шеф-поваров. И дальше наступили десятые. И вот какой-то такой слом случился, где шеф-повары стали настоящими звездами, такие рок-звезды. И, безусловно, главная звезда у нас сегодня в гостях, Владимир Мухин. Как так получилось, что вот парень из Сердюков, который работал в кафе лучно, который мало кто знал в тот момент, и вдруг ты оказываешься на одном ряду там, с Массимо Батурро или там, с Блюменталем. А вообще-то так. Этот человек занимает 9 место в рейтинге 50 самых лучших поваров мира, а его ресторан White Rabbit занимает 13 место. Правильно я говорю? Все верно, да. Как так получилось? Я думаю, что глобально, если отвечать на твой вопрос, почему раньше, в 90-х, этого не было, ведь все рестораны принадлежали государству, и у нас не было частных заведений. Вообще, в принципе, гастрономии не было такого понятия. Я разговаривал с своим отцом, я в пятом поколении шеф просто. В пятом, да. Я знаю, как отец построил ресторан специально в Ессентуках, сломав своими руками столовую в центре города, чтобы учить меня готовить. Это была правда, это реальная история. Я был сын хозяина ресторана, то есть, ну, я был поваром. Я готовил там, отец учил меня это делать. Мы работали на локальных продуктах, кстати, как сейчас это принято говорить, slow food, сезонность, естественно, в Ессентуках. Только сезонное все, там, что используешь, готовишь, ищешь, смотришь. И отец всегда меня учил творчески подходить к каждому делу. Идешь ты за кефиром в магазин, или ты идешь в школу, или ты готовишь еду, всегда нужно творчески к этому подходить. Отец был шефом, мама была инженер-технолог общественного питания. Дома я родителей не видел никогда. Как, к сожалению, как и мои дети, наверное, меня очень редко видят. Воспитывали меня бабушка с дедушкой. Которые тоже были только про еду. Ну, не только. Бабушка меня учила даже бетон месить и дом строить. Мне интересно, вот Зарьков к тебе пришел, да, там в 19-м году. Ну да. Во-первых, что он тебе тогда разглядел? Почему вот именно тебя он выбрал? Ты как себе это объясняешь? Ну, я отношусь все-таки к человеку творческому. Каждому творческому человеку нужен продюсер. Нужен человек, который может тебя направить с точки зрения стратегии бизнеса. Потому что люди, которые... Я очень редко думаю о цифрах. Я думаю о вкусах, о сочетаниях. Зарьков как раз меня начал учить считать. Он говорит, давай посчитаем, вот это надо делать или нет, и так далее. Ну, в принципе, он до сих пор меня учит. Но вот как ты думаешь, вот себе ты как объясняешь, почему Зарьков, которого тоже никто тогда не знал, наверное, да, пришел именно к Владимиру Мухину? Так случилось. Булочный. Случай? Это не так все просто произошло. Ко мне приходили, я тогда был неизвестный, но ко мне приходили очень много ресторанных критиков. Игорь Губернский, такие вот интересные люди. И когда-то просто он пересекся с Борисом и сказал, что есть такой парень, сходи попробуй. Он пришел попробовать. Я так понял, что Борисов задело то, что я вышел к нему и спросил, что ты будешь есть. Когда что он попробовал это делать? Конечно, я помню каждое блюдо, которое готовила. Что но ты они приходили готовил? Еще инкогнито ко мне много раз, но когда они пришли в тот день, я четко помню, отчетливо, в чем даже они были одеты. Было два партнера, которые сейчас мои партнеры. Они пришли тогда, я вышел к ним и спросил, ребят, как у вас дела? А они были удивлены, что шеф-повар к ним вообще вышел и с ними начал разговаривать. Потому что тогда это не было принято. Ну, нет, был Анатолий Ком, был Костя Ивлев, были такие то известные шефы. По-европейски, вот итальянцы, да, это европейский так делают, стиль, французы. Да. Но я был как раз уже тогда после Франции. Учился там пару лет, работал в ресторане, в нескольких ресторанах. И это было нормально. Что они ели в этот день? Слушай, я их угостил брускетами, каким-то какой-то жареный хлеб с помидорами сделал, которые там были суперсезонные. Для меня специально вырастил там мой фермер. Я завярил как-то, вкусно сделал. И дал два бутерброда с помидорами просто. Они их съели, и я так понял, что все произошло. А как можно брускеты удивить? Я не знаю. Ну, просто помидоры, вкусные помидоры. Я не сделал ничего сверхъестественного, просто приготовил еду. А я еще слышала, что Зарьков потом тебя долго уговаривал. У нас были долгие переговоры. На самом деле там
когда не только Зарьков в этот момент был, я был, должен был стать и шефом Олимпиады нашей сочинской и так далее, как бы глобальным бренд-шефом. Я общался с разными людьми интересными, но Зарьков меня чем-то зацепил. Человек четко объяснил мне, что он хочет. Он хотел? Он сказал, что я хочу сделать ресторан White Rabbit, сделать его главным центром русской кухни. Именно? Современной русской кухни. А он уже тогда понимал, что он хочет обязательно, чтобы вы вошли там в рейтинг 50 best. Началось так, это своеобразно. Я ехал на конкурс молодых шеф-поваров, который Сан-Пеллегрино как раз, это главный спонсор 50 best. Где-то второе место. Да, второе место в Венеции, да, между всеми. Это было для России, это был взлет невероятный. То есть тогда, я помню, как Максим Батуров с Давидом Скобином ко мне подходили, пробовали второй раз блюдо и долго спорили. Я это видел. Потом еще третий раз подходили. Я по-английски тогда знал только ингредиенты, как назывались на тарелке. Все, я больше не мог ничего говорить. И тогда я был таким неандертальцем. Это было, я просто умел готовить, все. А как ты считаешь, если бы тогда ты был вот таким, конечно, говорил бы по-английски, как сейчас, конечно, был бы такой storyteller, ты же практически вот стендап-комик. Я была у тебя там на шеф-стейбл, да? То есть ты не просто там вкусно готовишь. Это спектакль. Вот если бы тогда смог с ними так поговорить, ты бы выиграл первое место? Думаю, да. То есть это тоже важно. Давай вернемся вот к 50 Best, потому что это все-таки такая очень интересная история. У меня есть такая аналогия, скажи, если я ошибаюсь, как вот условно премия «Оскар». Понятно, что бездарный актер не может выиграть «Оскара», так же, как бездарный шеф не может войти в 50 Best. Но дальше актер знает, что он должен быть в таком-то фильме, у такого-то режиссера, в такое-то время, чтобы обязательно там претендовать на «Оскар» и его получить. Какие skills нужны для шефа, чтобы быть в 50 Best? Вот прямо такой обязательный там набор. Есть, там, кстати, обязательный набор прям прописан. Во-первых, нужно работать с локальными продуктами. Второе, нужно работать с русской кухней, если мы говорим про Россию и говорим ресторан в России. Если ты готовишь еду, люди должны понимать, почему она здесь именно, почему иностранцам нужно приехать. 50 Best – это путеводитель, в принципе, для иностранцев, конечно. White Rabbit – 70% иностранцев. Что еще? Ну, кроме локальной кухни. Авторский подход к еде, тренды, которые обязательно должны отражаться там. Которых ты выдумываешь, или мировые тренды, которые ты обязательно должен внедрять? Это супер, если ты выдумала, это супер тренд, который транслирует весь мир. Это вот очень редко бывает. Особенно, если это делается из России, к сожалению. Такое было уже? Да, ты знаешь, сколько раз я придумал разных прикольных штук, а потом они через 3-4 года появлялись другие шефы иностранных, и все принимали это как первостепенную данность. То есть они у тебя крали все это? Ну, они, может быть, и так получилось, что иногда мы подключаемся к единому источнику информации. Такое бывает. Ну, а какие тренды? Мне просто дико интересно. Слушай, примерно, вот у меня сейчас сет «Черный лебедь» идет как раз, вот «White Rabbit» новый. Там я готовлю такое... Я придумал это блюдо и подумал, что это гениально тогда. Это была брюссельская капуста, кочаны, вот сами кочерышки. И я начал делать по аналогии костного мозга. Ну, как костный мозг же готовят, говяжий. А я решил поиграться с ним и также подать, но это веганская история. Ни одно животное из-за этого не пострадало. Я прям воссоздал полностью, когда я сфотографировал, выложил в Инстаграм. У меня в комментариях написали: обрати внимание на Дэн Барбара. Дэн Барбара – это Blue Hills, ресторан в Нью-Йорке находится. Я посмотрел, и одновременно мы запустили с ним. Ну, одновременно, я имею в виду, он сделал это у себя в Америке, это было ночью, то есть прям день в день это произошло. Я увидел, думаю, блин, ну как так может обалдеть быть? Обалдеть! Да. Но я как бы не стал это блюдо готовить. Я пошел потому чуть что дальше. Уже... Не хотел очень конкурировать. А я начал копать глубже и сделал то же самое, только с белокочановой капустой, нашей, российской. И которая растет у нас, вот, в нашем огороде. И которая с моей квасим... И шеф Нью-Йорке не может из этого ничего сделать. Только ты сможешь. Возможно, может, но для этого ее надо заквасить. В России вообще это принято, когда квасили, всегда кочерышки жарили. Я потом прочитал, в славянской кухне с сухарях панировали, жарили. По сути, в капчан капусты такую кочерышку зажарил, выварил в бульоне овощном из очисток овощных. И получился очень прикольный продукт. И, на мой взгляд, я пошел дальше, чем... Если бы я остановился там... И, возможно, я бы не пошел дальше. Сейчас чуть-чуть хочу вернуться к 50 Best, потому что мне кажется, что ты с Зарьковым, как очень крутые хакеры, взломали эту систему и поняли, как, попасть туда и продержаться там вот достаточно долго, да? В принципе, была стратегия, конечно. Но она была глобальная такая. После победы на конкурсе я выписал все на карту, внес все рейтинги и внес все фестивали в мире, которые происходят. Где встречаются гастрономические люди? По сути, вычислить надо тех людей, которые голосуют. Там 900 человек голосующих. И тебе нужно как бы им как-то показаться. Сказать: ребята, привет, я здесь такой парень из России, хочу вам приготовить. А для этого нужно написать туда письма. Я это делал сам, своими руками, по ночам. Днем работал ночами на кухне, а ночами писал письма. Не было никакого ассистента, даже подумать об этом не мог. Я писал письма: можно к вам приехать приготовить?
На что они мне... Илика, приезжайте ко мне, я вам приготовлю. Вы Анатолий Ком? У меня вопрос был. Первый вопрос. А потом я говорил, что нет, вот Володя Мухин меня зовут. На что тебе тогда сжималась челюсть, наверное, да, чуть-чуть? Да нет, не сжималась, но... Нет, сжималась, конечно же. Ну, я лукавлю, если... Ну, слушайте, да, может быть. Кто-то отвечал, кто-то приезжал сам. Кто-то мне писал прям, а вы можете нам оплатить перелет? Как бы я пришел к Зарко, говорю, вот есть человек, который может оплатить, можем оплатить. Он говорит, да, оплатим. Ну, просто и начали привозить журналистов. Все. Ну, то есть показывать, по сути, ресторан. И люди приезжали, смотрели, как-то оценивали. Ну, после этого улежали. Ну, для тогда, конечно, для иностранцев это было вау. Что гречка, что бородинский хлеб. В каком году? 1812-м? А почему? А кто добавил кориандр этот? А как случилось? Для них это все было просто, как ящик Пандоры мы открывали для них. То есть показать себя, привести людей, немножко их выгулить. Дать попробовать еду. Зарьков не скрывает, что он постоянно ходит на эти курсы саморазвития, там, актерское мастерство. Ну, ты вот сейчас по-английски говоришь очень хорошо. Я просто слышала твое интервью и Netflix, вот этот фильм. Спасибо. Наверняка ты очень много времени в это тоже вложил, да, чтобы вот стать такой оболочкой тоже рок-звезды. Давай так, все равно мы повара недавно стали популярны. То есть это довольно-таки недавно, 10 лет. То есть, ну, можно даже 5 сказать назад. Еще 10 лет назад у нас на кухнях воровали продукты по пятницам, мы раздавали эти, как это, трофеи тогда называлось. Угу. Были половина алкоголики, наркоманы, но никто не хотел быть поваром. Моя жена, я тебе это скажу, долгое время скрывала от родителей, что она встречается с поваром, да. Это так и есть, да. Стыдно ей было. Да, но не то, что она не могла сказать родителям, что она встречается с поваром, но это правда. Сейчас это по-другому. Сейчас ребята хотят быть поварами. Так, я тебе про это говорю, что помимо того, что теперь вы умеете мешать там соуса, вы должны еще и блистать, говорить по-английски, уметь коммуницировать с людьми, как бы с ними. Повара-интеллектуал, наверное. Это как шоу-бизнес. У тебя там 160 с лишним тысяч подписчиков, да, вот как у любой звезды. Для того, чтобы тебя знали, ты входил постоянно в этот рейтинг, и ты все выше поднимался, это уже стало какой-то неотъемлемой частью, мне кажется. Ну окей, да? Но это необходимо, да, это необходимо. Знаешь, я о чем подумала? Такой. Да, что как бы вы вот эту систему взломали, вы поняли, как надо как бы ездить, показывать себя. А дальше вслед за тобой пошли другие ребята. Ну и круто. Да. Братья Березуцкие. Березуцкие, потом, которые прямо вот дышат тебе в спину в буквальном смысле. Да, ну и круто, что дышат. Для меня, чем больше русских поваров будет в рейтинге, тем лучше. Это для России. Моя задача же главная – раскачать тему русской кухни, чтобы они увидели. Поэтому посидел, когда узнал, что пару там позиций потерял в каком-то... Я сидел. Ну ты же... Я посидел со временем просто. Нет, это сказал в интервью. От 5 минуток. Не отрекивайся. Ты сказал, когда я узнал, что я в рейтинге упал. Причем речь шла как бы... А, когда упал, да. Когда упал, я нервничал. Не с 90, не с 1 на 90, а там, ну, условно, слушай, ну падает неприятно всем. Ты знаешь, когда я вернулся после этого, у меня есть учитель по тай-чи. Я к нему пришел, мы с ним, ну, как такой философский учитель даже больше. Я у него спрашивал, как же быть с этим? Он мне говорит, учись падать. Я говорю, как? Физически. Тебя не смущает, что, ну, хорошо, как бы, братья Березуцкие, там, Блинов, это отличные ребята, реально, они вкусно готовят. Ну, вот этот там лонглист ходит в такие рестораны, которые, ну, при всем уважении, там, ко-ко-ко. Как-то странно, что этот ресторан может входить в 100 лучших ресторанов мира. Мне нравится то, что делает Гришечкин, но он реально прикольные вещи делает. На это стоит посмотреть. Мы же смотрим со стороны иностранцев, они приезжают в Россию. Они хотят посмотреть на какие-то уникальные концепции. Уникальная концепция с точки зрения концепта. Это интересно, почему нет? А кто у тебя самые любимые русские повара? Вау. Слушай, очень такой резкий вопрос. Я должен честно сказать. Конечно, честно. Я сейчас буду перечислять шефов из нашей компании просто. Это будет честно? Хорошо, кроме Анатолия Казакова. Да, Казакова, кто у тебя любимый шеф? Просто именно русский. Слушай, мне нравится Жора Троянко готовит. Мне нравится, как готовит Дима Блинов. Честно, откровенно. Я люблю есть его еду. Шеф-повар – это не просто человек, который готовит. Вот ты сама же говоришь об этом. Это patient. Это человек, что он делает, сколько он вклад, какой вклад нес в развитие вообще, там, утилизация пластика, я не знаю, там. Или он помогает, готовит каких-то там столовых бесплатных для там бродяг и так далее. То есть ты мог бы так сделать? Вот есть же там великие адвокаты, которые миллиарды на каких-то контрактах зарабатывают, а дальше пробону делают, ну, для каких-то бедных людей кейсы. Но мы не афишируем это, мы делаем это, мы не афишируем просто. Мы делаем это. Бесплатно кормите вкусно людей. Да, да. А где в White Rabbit это можно сделать? Многие люди приходят ко мне, и я не беру с них денег.
Иногда есть люди, которых я не могу взять деньги просто. Боже, не знаю, как я могу взять святого отца, там, я не знаю, деньги. Человек есть, который еду, он даст тебе также обратную связь. Вот я не люблю, когда люди на публику это делают. А вот если тебе хочется прямо вкусно поесть, самый вкусный ресторан в Москве. Я люблю ходить к ресторану к Нине Грациано, но это не русский шеф. А мне нравится Сима Фреда, как Нина готовит, откровенно. Ну, к Трояну захожу иногда по вечерам. Ну, повара очень... Троян — это северяне, правильно? Да, северяне. Где бы... А, ну это из русских шефов мне нравится, как готовит Макс из ресторана «Лео» в Ростове-на-Дону. Я тебе могу сказать, что для меня в прошлом году это лучшее прям, лучшее впечатление. Я считаю, что он лучше готовит, чем я даже. Он реально ел, вдохновился с каждой тарелки. Ну и чувство конкуренции, наверное. Вот те же самые братья Березуцкие, они очень сильно копируют, да, ваши методы. Да, ты там гастроконференции устраиваешь, через неделю они в том же месте. Ну это прям такая жесткая конкуренция. Они доустроили. До нас. Бесплатно сделали. Я просто про то, что ну все, это уже такой мир, где очень жестко конкурируют повара. Тут не только вдохновение уже, понимаешь, достаточно не только вдохновения. Тут я педалю за другое. Я все-таки за то, чтобы мы как-то объединялись вместе. Я против конкуренции, клянусь. То есть я верю, что ты за то, чтобы все русские... Получится ли это другой разговор? Несколько. Ты сейчас там на 9-м месте, да. А там условно в следующем году Березуцкие будут на 3-м, а ты будешь на 5-м. И слушай, что, ну это личное, это личное, это уже личное. Ну вот я про это не говорю. С точки зрения ресторана ничего не изменится. Ты готов к этому падению? Тебя достаточно научил твой учитель падать, чтобы вот, ну вдруг вот они вот сейчас взберутся? Если я тебе скажу, что да, это я буду тебя обманывать. Но я готовлюсь себе каждый раз к этому. Главное быть готовым к этому. Я не знаю, когда это произойдет, я увижу. Сейчас сложно сказать. Когда мы поднялись, мы с 72-го взлетели на 23-е. Мне тоже это было тяжело. Мы с Зарьком вообще сидели, думали, Борис сидел такой, у меня, ты реально думаешь? Он говорит, мне кажется, нас забыли. Он говорит, ты точно видел письмо, что нас позвали сюда? Когда мы поднялись настолько высоко, мы были в шоке просто. Ну, это же такой наркотик немножко, да? Наркотик, да, конечно. Я Владимир Мухин, и да. Я, вот как приходят в анонимные алкоголики, я зависим. Это правда. Я зависим, я это понимаю. Но это мы к вам уже хорошо. Давай поговорим про еду. Так. Исключительно про еду. Значит, ты очень сильно промотишь русскую кухню. Угу. И вот в этом... Да, российскую. Российскую, да. Российскую. И вот этот документальный фильм, который я видела про Netflix, который мне очень понравился. Ты сам говоришь, что я готова убить всех моих коллег, которые говорят, что российской или там русской кухни не существует. Но вот я сейчас тебе просто пару цитат вычитаю. Давай. И хочется твою реакцию услышать. Например, Арам Нацаканов. Для меня не существует русской кухни, потому что кухня основывается на продуктах местных, а мы живем на таких широтах, где очень мало чего растет. Русская кухня, которую мы знаем, на самом деле французская, просто с русскими продуктами. Согласен? Слушай, но я считаю, что это бред. Российская кухня, и говорят, что это только продукты, это не так. Технологии есть. Не только французский. Да, конечно, французская кухня там, с какого? 16 века в России. Но до этого тоже много что-нибудь было интересного. А что у нас было, кроме печи и горшка? Хотя бы. Печь и горшок. Окей. Но технология. Квашение, там, ферментация. А капусту квасили 1200 лет назад. То есть квасили капусту в России. Нельзя называть российскую кухню только российской из-за продуктов локальных. Есть технологии, которые можно применять. Французские повара, что было? Они приехали в Россию. Вынуждены, потому что была французская революция гремела. Ну, сбежали. Увидели, что здесь реально нет реально людей, которые могут готовить, потому что повары не умели читать, писать, ну, не образованы были. Они буквально брали русские продукты, русских поваров и записывали по-французски рецепты. Мы по этим рецептам до сих пор готовим на кухне. Пример, прям четкий. Mm-hmm. Есть от рыбы минье, вот которая готовится в лимонным соком и обливным способом, это как Берн Нуазет, это топленое сливочное масло со вкусом Нуазет, это по-французски орех. Мы, кстати, все повара до сих пор говорим на французском языке, русские, на кухне. Берн Нуазет — это вот этот вкус ореха, и французы придумали блюдо, называется судак минье, то есть это они также готовятся таким же способом. Поэтому они брали русские продукты и готовили со французской технологией. Конечно же, многое осталось.
Потому что для они начали это писать русская рецепты. Кухня. Вот то, что осталось после них. То есть... Ну, я считаю, что это российская кухня в том числе. Угу. Окей, давай. Дальше читаем Зимина. Традиционная русская кухня – это скорее аттракцион. Положа руку на сердце, международных брендов, за исключением водки и икры, там с приставкой нет практически. И даже этим мы обязаны армянам. И водкой, и икрой. Ну, потому что Петросян раскрутил это все в Париже. Может быть. Да? Скорее, маркетинг просто раскрутил. Надо продавать за границу водку и икру. Вот это все и происходит. Какие самые главные блюда русской кухни, которые определяют прямо вот ДНК, ее генокод? Давай вот 10 блюд перечислим. Бородинский хлеб с салом. На мой взгляд, это ДНК русской кухни. Дальше. Соленый огурец в бочке. Бочковой соленый огурец, который такой с запахом прям бочки. Моченые яблоки. Именно яблоки. Антоновские. Да. Какой-нибудь поросенок, приготовленный в пиве с хрустящей корочкой, такой прям запеченный в русской печке. Весь хлеб, который готовится на закваске в дровяной печи. И готовился всегда. Угу. Четверговая соль, которую готовили на чистый четверг до крещения за 3 дня до Пасхи. Которые раньше использовали, кстати, солили яйца вот эти крашеные. Угу. Ну, и ну, там даже детей натирали до крещения. То есть, сугубо даже такой. В углах дома они вот ее совершенно так сыпали, совершенно верно, да-да-да. Все чисто. Но потом, кстати, отменили, но тем не менее, ну, потому что дома сгорали. Наверное, каравай. Хлеб из березового луба. Это, по сути, колобок тот. Это хлеб, который готовили на севере России, куда они успевали доставлять муку. Правильно, там она не произрастала. И они брали луб березовый, из сосновой. Такое прослойка дерева, делали муку и добавляли туда же, потому что ликовина есть. А греча, полба, печеная, в этом приготовленная, в этом квашеная сначала, потом печеная, квас, белый, ну, много разных. Ну, шанишки всякие, там вот эти все ушки, там уральские и так далее. А кефир? Да, возможно, кефир. Но я часто кефир встречал прямо за границей. И очень много... В Японии похожая штука есть. Вообще вся дейри история с молоком, ряженка, это русская технология. Запекать это, кислое молоко, это, а потом его как бы квасить. А потом вот это, как это мне бабушка делала всегда, наверняка у тебя тоже делала, не ряженка, а это кислое молоко. Да. Когда под подушку, она до кипения чуть не доводит, кислое молоко убирает в банку и по подушке держит полдня, и потом такое как густое становится. И причем зависело от температуры, от молока, там вообще много всего. Салатов не было. Вот все салаты – это все современная штука. Самый популярный салат – это какая-нибудь редька там с медом. Наверное, струганная такая прям. Или, это, знаешь, так делают крошево, кстати. Серые щи. Внешние листья капусты, когда ее сезон был, собирали, рубили, тоже zero waste, кстати, солили и потом готовили из этого суп. Вот это ну, вообще, я тебе хочу сказать, это пряник. Очень круто, что ты практически без запинки вот перечислишь сейчас столько настоящих русских, российских блюд. При этом хочу все-таки про советскую кухню спросить. Где селедка под шубой? Я знаю. Мне все-таки хочется понять, советская кухня, разве это не продолжение русской и российской кухни? Эволюция, ты хочешь сказать? Ну, можно и так это назвать, потому что для меня это все равно продолжение или такое ответвление российской кухни. Там, не знаю, Шостакович, который писал 7-ю свою симфонию, что это не русская музыка, потому что это Советский Союз. Я надеюсь, он не вдохновлялся от Оливье. Но, тем не менее... Я считаю, что советская кухня уничтожила понятие русская кухня. Вот именно потому, что те названия, которые я сейчас тебе говорил, ты просто про них не помнишь, или не знаешь. И многие, кто нас смотрит, тоже наверняка. Люди просто подсели на вот эту иглу под названием майонез. Все. Ну подожди, кроме майонеза там было куча всего в советской кухне. Да. Вот скажи, вот там суп, харчо, плов. Сейчас пойдешь в любой русский ресторан там за границей, там подают шашлыки, плов, суп, харчо, борщ. За границей это супер популярная штука, фьюжн, когда, придумали в Азии это. Когда готовят там какую-то, не знаю, неаполитанскую пиццу и готовят японцы где-нибудь на берегу Лос-Анджелеса, не знаю, там. Флекс, там какие-то эти места. И ты приходишь туда, ешь реально самую лучшую пиццу, которую ты мог съесть. Неаполь такую не готовит. И она готовится с какими-то креветками, там, с азиатским соусом. Это интересно. Это фьюжн. Это слияние культур. Вот в России тебе в советское время это было. Тебе нравится эта история? Честно, мне нравится это. Я люблю сочетание несочетаемого. Угу. У меня половина еврейская, половина ортодоксальные русские. И поэтому у меня как бы там все вот это перемешано так сильно. Достаточно поэтому на это все это посмотреть, бабушки, и потом про это тоже поговорить. Бабушки там войны были, там, знаешь, какие на кухнях. Какие?
Одна готовила форшмаки, другая готовила там гефильтефиш, а другая готовила пироги и там... Знаешь, что меня еще прям поразило? Это твоя история с папой. И это такая немножко трагедия античного масштаба, когда сын боготворит своего отца, но при этом с детства говорит, что я буду не как папа, а лучше, чем папа. И дальше как бы там ты у него учишься. И дальше вы какое-то время перестаете разговаривать. Тебе до сих пор очень важно, я так понимаю, чтобы он одобрял или там что-то. Ну, слушай, мне кажется, для каждого это важно. Расскажи про это. Потому что он как раз готовит советскую кухню, то, что ты ненавидишь, нет, правильно? Нет. Он готовил русскую купеческую кухню. И тогда это было, кстати, уникально на юге. Представляешь, там все шашлыки готовили. Я не знаю, там люля-кебаб и там вот эти всякие хинкали. Там, а что, какие-то блюда вот перечисли, интересно? Всякие перепелки фаршированные там в красном вине, яблоками, ситрину по-московски он готовил там вот этим слоем яиц. Орлий судак, я помню. Какие-то потроха, окрошку у меня учил готовить. Я так понимаю, что это тебя и очень стимулировало, и постоянно как бы возвращало к себе. Ну, в общем, вы же перестали разговаривать сколько-то лет? Ну, да, было, лет. Да. Да, да? Но у нас была ситуация, когда, нет, как я уехал просто, он построил для меня ресторан, и сделал все, чтобы я работал в нем, и как бы развивал это. По сути, семейный бизнес развивал. А я на это немножко наплевал и уехал просто. И просто соскочил туда. Ну, поехал за каким-то порывом. Как оказалось, мне кажется, правильный выбор сделал. Хотя неизвестно, что более было чем, так, да? Безусловно. То есть это была именно вот обида, почему ты уехал, когда я тебе ресторан открыл, ну, а не то, что ты начал готовить по таким принципам, как, по которым он был совсем не согласен. Нет, нет. У нас было, были разные штуки. Да, потому что у меня в меню была даже страница моя с моей едой. В этом меню. Самарская пицца ресторан назывался. Я готовил там реально свою еду, и там была прям страница моей еды. И когда мою еду покупали больше, он нервничал. То есть чувство вот этой конкуренции у тебя от него? Ну, может быть. Но ты знаешь, у меня отец много чему научил. И посуду мыть, и там, и вовремя. То есть, находить свободное время, так скажем, и заполнять его делами. Вот, собственно, то, чем мы и занимаемся на протяжении там, каких-то 10-15 лет с Борисом Зарьковым. А сейчас как у вас? Как бы он к тебе приезжает каждый раз, когда ты новый сет готовишь? Ну, вот в баню полетим сейчас вот в Сочи завтра. Круто. Иногда бывают, да, какие-то такие вещи. Честно, он в последнее время перестал как-то... Мне кажется, это какая-то такая вот ревностная история. Он перестал ходить ко мне есть. Да ладно? Угу. Он ходит в такие обычные, ну, в наши рестораны. На сет дегустационно давно не был. Он пропустил, наверное, 3-4 года точно. Ну, а может, ему просто не нравится? Ты можешь такое допустить? Но есть же люди, которые простые вкусы нравятся. Ну, комментирует там, в Инстаграм даже подписался на меня, комментирует там что-нибудь. Типа, вот это круто там, или вот это подумай об этом. Ну, что-нибудь такое бывает. Тебе до сих пор важно, чтобы он сказал к сыну? Слушай, ну, я на юге вырос, наверное, да. У нас это принято. Смотри, вот я сейчас еще Артур Рапопорта тебе маленькую цитату прочитаю. В России... Вообще странная ситуация. Если вы приезжаете в Италию, то, наверное, 90% ресторанов будут итальянскими. То же самое во Франции, Греции, Португалии. А вот в Москве ситуация совершенно иная. И вот действительно это наталкивает на мысль, что такой вот простой, понятной, массовой русской кухни нету и быть не может. Я могу тебе ответить, почему? Давай. Потому что все думают, что русская кухня, она тяжелая, майонезная. Советский Союз. Все приходят, ну, за границу, что думают? Когда я приехал первый раз в Австралию, я тебе говорю... И готовил еду, они такие, сама села известный журналист гастрономический. Она говорит, а что вы там в России готовите? Медведей? Я спрашиваю, а вы коалу готовите? Она, как бы, у нее был шок, и она там даже об этом написала где-то. Слушай, ну лосиные губы, прости меня, пожалуйста, что, ну это недалеко от коалы. Ха, нет, смотри, лосиные губы отдельная история, которая, я несу этот крест до сих пор. У нас есть ферма лосиная, которая находится... В Костроме. Да, я видела, как ты их откармливаешь молочком, да, кладешь там, да, так, а потом доишь, а дальше тебе при лосиные губы, ну, для тех, кто это не видел, как это выглядит? То есть пол лица у лося просто отрубается и это приносится... Русская, нет, секундочку, это русская, кстати, технология приготовления щей. Окей, это хорошо, лосиные но это губы выглядит вот... Не, на секунду. Прямо... вообще никак не связано, дети, которых кормил молоком, и вот это, этот лось, который я принес. Потому что там между этими ситуациями был почти месяц. А, окей. Сначала ребята снимали лосиной ферме нас, как мы... В прошлом году, кстати, 39 лосей там родилось новых, которых... Это питомник, нигде не выращивают, чтобы убивать, а выращивают, чтобы отпускать в лес. Потом команда это снимала, они долго были здесь. Привезли лося. Я... Они просили приготовить... Да, конечно, охотники. Мы готовим из-за дичи. И меня просили, это был как раз сезон, приготовить что-нибудь необычное.
Я говорю, у меня девушка готовила осиногуб щи. Хотите, сделаю? И потом, когда я посмотрел сам ролик, я ему говорю, ребята, как можно, это неправильно. Как я могу кормить? И следующий кадр, я вношу маму на тарелке. На что они говорят, Володя, это как бы, ты можешь смотреть, но не можешь влиять. Хочешь, мы не будем фильм запускать? Вообще. Ты не можешь, ну это маркетинг. Ну, то есть это была разовая история, не то, что ты прямо постоянно готовишь щи из лосиного. Я могу честно сказать, что мы поддерживаем эту ферму лосину и реально выращиваем лоси, которые пускают в лес. Сейчас я вообще поменял свое стереотипы, кукуларду делаю. Кокосовое сало солю вместо поросят. Вы все-таки не ответили на вопрос, почему нет вот такой популярной русской кухни в России. Потому что не все могут себе позволить там печень из лебедя, условно говоря, да, или там, ну какие-то суперпродукты, которые ты достаешь, даже не потому, что они дорогие, потому что они редкие. Надо заморочиться очень сильно, чтобы их тебе привезли с такой-то северной части России. Лет там 7 назад, когда я только пришел туда, мы сделали сет, и у меня было написано километраж от ресторана до фермера, до этих ферм, к которым привозят эти продукты. И это было прям супер топ. Сейчас люди просто за границей говорят, это русская кухня, ничего себе, а мы не знали. А можно попробовать, где попробовать, как увидеть? То есть они впечатляются. Все равно то, что ты делаешь в White Rabbit, это не для всех. Это как бы это достаточно дорогая история. А вот сделать такой фастфуд из русской кухни, вы никогда не думали, чтобы это было доступно вот реально всем? Ну, думали об этом, мы часто об этом думаем. Вот что бы ты внес в меню вот такого фастфуда русского? Ну, чтобы это было доступно всем. Капустная кочерыжка. Очень прикольный фастфуд может получиться. Не, у меня, если честно, много таких концептов. Грибная колбаса, там, я не знаю, там много печеная капуста, там дофига всяких прикольных вещей, которые можно запустить в принципе. Будет ли это блюдо популярно? Наверное, каждый шеф мечтает, чтобы через 100 лет готовили его еду как русскую. До тех пор не будет популярна русская кухня, пока русские люди не начнут любить русскую кухню в России. А ты говоришь, пока русские люди не полюбят русскую кухню, то до тех пор как бы она не будет популярна. А как ей стать популярной, если просто нет этих доступных ресторанов вот с такими же концептами, только, которые стоят 2 раза? Ну, время надо на это. Вся кухня, опять же, это технологии и продукты. Повар – это не просто человек, который готовит. Раньше сидел на складе, такой, знаешь, выбирал помидоры так. Смотрел, там, молодой повар, там, шеф был, там, 21 год мне было, в ресторане «Розмарин» работал. Смотрел помидоры, такой, не надо, вот эти давай. Типа, знаешь, такой, барин. А сейчас я, чтобы вырастить помидоры, я ищу человека, который может их вырастить. Ну, это же круто. Конечно, круто. Да? Да, то есть эти люди, мы в этом году делали круглый стол такой огромный, шеф-поваров и фермеров. С шеф-поварами было, делали день шеф-повара, одни сидели за столом, а второй день фермеры и повара. Угу. Вот фермеры и повара продуктивнее прошел. Повара сели такие, знаешь, померились. Друг с другом такие сказали, да, нам не нужно сообщество, ничего не нужно, мы будем сами по себе каждый. А вот фермеры, они готовы. То есть они пошли навстречу, что-то готовят для тебя, выращивают. Конечно, это должна поддержка государства быть здесь. Русская кухня, Россия должна поддерживать нас, поваров русских, но чтобы ее популяризировать, если это надо. Кому это надо? В Москве до сих пор нет Мишлен. Это странно, на мой взгляд. У нас почему? Нет Мишлен. А почему? Ты кажется, вот мы не доросли или потому что мы должны деньги заплатить для того, чтобы числе, они пришли? В том числе. Нет, есть разные системы. Многие страны делают так. Они платят деньги, привозят Мишлен. По сути, это привозят этих людей проверяющих, сажают офис, город это делает. И они ходят, чекают рестораны, проверяют. Угу. И потом выдают им звезды. Все. И они платят им зарплату. Так и происходит. Ну, Собянин говорил, что сейчас скоро уже будет, да? Мишленовская история. Тебе говорил. Нет, он публично это говорил. А, да? Я не слышал. Да, он публично говорил. Ну, круто. А что круче, Мишлен или 50 Best? Точнее, что из рейтингов, точнее, на мой взгляд, как опытного шефа, я считаю, что 50 Best. Но для меня точнее рейтинг. Потому что я езжу в те рестораны 50 Best, которые входят, и они мне нравятся больше, чем 2, 1, 3 звезды иногда Мишлен рестораны. Хорошо, давай немножко про вот как раз мировые тренды и sustainable consumption, о котором ты говорил, и ты сейчас тоже делаешь веганские сеты. В прошлом году компания Beyond the Meat, которая выращивает мясо из гороха, вышла на IPO за 13 миллиардов. И дальше вот все большие гиганты вслед за этим начали делать искусственное мясо. Альтернативное мясо. Альтернативное мясо. Хорошо. Растительное мясо. Да. Правильно? Да? Да, правильно. Хорошо. Во-первых, тоже рассчитываю на честный ответ. Ты человек, который настоящий повар из семьи, там, потомственных поваров. Может быть, не каждый ты, но ты готовишь там щи из лосиных губ. Да. Да? Но тебе оно нравится, вот честно. Я не могу просто понять. Растительное мясо? Да, что гурману, вот такому шефу может нравиться подделка.
Ты знаешь, я стараюсь жить осознанно. Я считаю, что самая правильная система – это когда у тебя вырастает органическое зерно или что-то там, трава, коровка ее ест, ты берешь от нее молоко, как бы коровка ест, ее перерабатывает, получается навоз, ты этим навозом удобряешь, вот такой круг, да, и удобряешь, опять растет там эта трава. То есть вот этот цикл должен быть. Контролировать надо, что ешь. Хорошо, все. Что ешь? А что готовишь по мировым трендам? У меня есть такое ощущение, что вот с этими трендами через какое-то время... Снег продавил был на прошлой неделе, в январе, кстати. Да? И мясо можно будет только в каких-то секретных местах поесть в будущем. Ну и круто. Почему круто? Потому что его, в принципе, мало будет. Как это можешь говорить, шеф-повар, кавказский мужчина, тем более мне грузинская женщина? Как без мяса вообще? Слушай, да животные же тоже чувствуют. У них там не развит мозг, они не могут думать, как люди. Но они чувствуют то же самое, что и мы. В этом дело. То есть ты за то, чтобы запретили фуагру, как это сделали на Манхэттене, чтобы не убивали больше животных, и чтобы мы все растительное мясо ели? Я не за издевательство над животными, это правда, честно. Вот я хочу показать своим детям хрюшку, которая живая, бегает. И они могут есть, как ты говоришь, подделку, но все равно там есть ДНК русской кухни. Сало кокосовое с бородинским хлебом – это реально ДНК. Вкус у него есть, один в один то же самое. Понятно. То есть ты спокойно относишься к тому, что в ближайшем будущем вся твоя кухня будет основываться именно на растительном масле? Я бы хотел максимально перейти на органические продукты. Но действительно... Я могу сказать официально, что есть смарт-цель, буквально 2 дня назад поставлена, не была наша компания Борисом Зарьковым перейти полностью на органику. Органические продукты – это продукты, которые выращены официально, чисто, честно, без антибиотиков, без добавок понятно. И так далее. В России проблема в том, что для того, чтобы вырастить свеклу органическую, тебе надо потратить 3 года не трогать землю вообще, очистить полностью. И потом сажать и выращивать. А в России фермеры слишком продуктивные. Не могут ждать 3 года. Слушай, очень интересно было с тобой поговорить обо всем этом. Ну что, ребят, есть вопросы? Вы повар в 5-м поколении, и это очень здорово, но могли бы вы предположить, что ваш путь пойдет по-другому? Отдельно от отца, отдельно от поварского дела? Может быть, какие-то другие идеи были? Заняться чем-то другим? Стать другим, не поваром. Были. Но один странный вопрос задал мне, когда это не было... где я был, по-моему, в 9 классе, кем ты хочешь быть, милиционером или поваром? Я четко был поваром почему-то. Или он правильно поставил вопрос, может быть. А вы думали, что у вас могло бы что-то не получиться на пути становления? Нет, ни разу не думал об этом. А зачем? Ну, я согласна, но нужны просто... Нужны ли гусару сомнения? Спасибо большое. Я хотел такой вопрос задать. А вот у меня просто есть один товарищ музыкант, да, вот мы когда все вместе собираемся, ему кто-то говорит там... Там, Саня, сыграй на гитаре. Он говорит, блин, те же там не просят там, ну, принести работу на праздник, да? А вы дома готовите же сами, да, наверное? Да. А жена у вас готовит дома? Прекрасно. И как вы вот с ней спорите? Нет, мы с ней не спорим. Я делал замечание, честно ей. Потом понимаю, что она не мой повар. Знаешь, как на кухне я прихожу, на кухне все такие, да, шеф, знаешь... А дома она такая, так, смотри, я не твой там повар, не у тебя на кухне, не забывай про это. Я такой, окей. У меня дома еда не всегда та, которую я привык есть. В общем, мы не используем молоко, мало соли. Такое, знаешь, очень своеобразное все. Но мне нравится, я как-то к этому привыкаю, мне так, ну... А какие у нее фирменные блюда у твоей жены? Она готовит много... Она готовит разные прикольные там йогурты из кешью, орехов. У нее есть коронное блюдо – гусь с яблоками. А она же не ест мясо. Это было какое-то… Не ест мясо, она лет 5, наверное. А-а-а. Одно готовит блюдо все равно. А вот по поводу вот все-таки поваров-женщин. На самом деле, таких вот шеф-поваров-женщин, которые бы были бы, их же ведь, это как бы их почти нет. Почему думаю, так да. происходит? Это плохо. Сексизм, да? У вас в ресторане есть же, да, наверное? У нас есть проект, называется Hell Kitchen Rules. Кстати, мы основали его в прошлом году, и в этом году, кстати, будет развитие, приедет суперстар-шеф и женщины, и мы с ним будем готовить вместе на кухне. У меня бабушка шеф-повар тоже, шефиня тогда называли их. Она была шефом ресторана «Трестов и столовых». И она была шефом главным, то есть она была такая, контролируя моего папу даже. Она была такая прям мощная всегда. Она меня учила многому. Я замечаю, что девочки, которые работают со мной на кухне, да, они доходят до какого-то периода, прям до сушефа, до помощника.
и останавливаются. У меня прям такой ступор. То есть они... Странно, согласись, потому что принято считать, да, по сексистским правилам, что место женщины на кухне, но при этом на кухне в ресторанах нет вообще женщин. Мало. Но я считаю, что не важно, кто ты, важно, как ты готовишь. Если человек готовит круто, он появится на моей кухне. Мужчина ты или женщина не имеет значения для меня. У женщин лучше получаются некоторые вещи даже, чем у мужчин. Например? Блины. Когда женщина готовит блины, мне кажется, она философский камень добывает из теста. Она такая... Это невероятно. Я всегда любил наблюдать за своей мамой, как она это делает. Меня всегда это очень вдохновляло. И у нас есть на кухне девочки, с которыми, которых я поддерживаю, и это нормально, считаю. Это помогает нам быть осознаннее. Все. Я слышала, что белок в последнее время добывают из насекомых. Там их перерабатывают, делают порошок. Вы готовы к новым таким меню, сет-меню из насекомых? Тысяча один вид. Насекомые — это альтернативный протеин. Если насекомым сделать, дать вкус и запах, ведь и сделать из него муку, и сделать из него хлеб, я вам дам эту булку хлеба, вы будете ее есть, и вы не заметите вообще никакой проблемы в этом. Там кузнечики там, или насекомые, или там вот эти личинки мух, которые выращивают уже в Твери. Это супер биодобавка, и это используют все спортсмены сейчас. И более того, скажу, что в новом сете «Черный лебедь» есть, мы используем альтернативный протеин. Плесень, например. Вы любите плесень? Есть. Прекрасно. Да, то есть есть люди, которые с плесень на камамбере. Это, по-моему, гениально. Это все очень полезно. Слушай, я вот сейчас тебя слушаю, и все равно у меня такие немножко смешанные чувства, потому что ты говоришь про вот эту кухню будущего, да? Так. Но при этом, ну, все равно же вот настоящая русская кухня, она настолько про мясо. Да нет, конечно же. Смотри. Во-первых, настоящий, если говорить про русского человека, ортодоксального, у нас было очень много постов православных, да? То есть 4 поста в год, когда мы не ели мясо вообще. А ты постишься? Я Великий пост, стараюсь держать, да. Я раньше постился, кстати, 4 поста. Я, кстати, даже ввергал себя в посты специально, чтобы понять, что людям постящимся надо. Потому что меняются рецепторы, меняется все. А как убивает животного? Это для тебя важно? Безусловно. Безусловно. У меня сейчас в голове, знаешь, что я один раз был на бойне свиной. Когда идет такая шеренга из поросят, их просто током убивают. Я посмотрел так на это все и понял, что колбасу я точно есть не буду больше. То для меня это вот, мне кажется, надо делать специально вот на... Знаешь, как тебя предупреждают, что это опасно для тебя? Вот ты приходишь в магазин, где колбасу продают. А там стеклянная стена, и там поросят этих убивают. Ты знаешь что-то про эту историю с Цукербергом, который есть только то мясо, которое он сам... Ну, от животного, которое он сам убил? Не знал. Серьезно? Ты мог бы вот так убить сам и дальше потом приготовить? Я против, конечно, убивать животных. Когда ты видишь лося, который идет, не знаю, там, в лесу, это, по-моему, красиво. А как тогда мясо есть? Они даже сами умирать от старости, и дальше мы едим их мясо? Ну, не знаю. Может быть, выращивать, но только выращивать как-то осознанно. В общем, у нас есть шеф-повар, который все-таки топит за вегетарианство. Давайте на этой ноте за осознанность я топлю. За осознанность. Именно за осознанность, да. Спасибо большое за очень интересный разговор. Спасибо. И удачи тебе во всех своих новых начинаниях. Спасибо. Спасибо.